Привет, дамы и господа, с вами снова я, Зазепа. Продолжаем столкач. Путем где модификация называется. Изменила я немного разрешение захвата, потому что, ну, я не сразу обнаружил, начал запись, короче. Картинка в предыдущем видео немного обрезана получилась сверху, снизу. Но сейчас я надеюсь нормально будет. Что мне мешает, в принципе, проверить, а ничего не мешает. Сейчас вернусь. В порядке, идеальнее быть не может. Продолжаем. Что у нас по плату? Собрать деньги. Так, надо было, по-моему, Сидоровичу где-то артефакт найти. Ага. Он, короче, находится, походу, где? У ЖД этих. Точно дизайн. По-моему, висячий. Сколько у нас интересного времени остается? И можно ли здесь не успеть, потому что не совсем помню. Сколько у меня времени есть? Да, ну я помню, что сколько у нас там, 6 утра было. Сейчас прошло где-то 6 часов, наверное. Ой-ой-ой. Задел немного аномалию. У нас еще времени, в принципе, сколько? 42 часа около того есть. Вам всякие поскидывали из прошлой серии. Что, будем искать? Мистер Собака, я не хочу с вами. Сейчас сделаем медь. Спасибо. Что значит спасибо? Давай торговаться. Так. Я брябинушку, конечно же. Пуля. Это бронебойная, это, наверное, против. Фига у тебя куча. Ну давай, в принципе, поторгуем. Вдруг дело хорошее. На тебе гранат. Давай, так здесь. Ну, привет! Куда идти, куда идти? Короче, сейчас еще у волка возьмем квест. Так, нет, пока пуля только. Порядок. Ай, ну тебя, мистер Кабан. Все равно с тебя никаких... Никакой прибыли нету. Не залутать ничего. Поэтому лучше здесь мутанту подходить. Привет, брат! Привет! Как дела? Как сам? Хорошо, короче, получил твое сообщение, что за помощь требуется. Хорошо, что пришел, и я бы сам справился. Да с тобой веселее будет. С одной сам чему-нибудь научишься. Так с чем помочь-то? Да вот, разжился я новым детектором, хочу его проверить и, так сказать, в боевых условиях. Артефакты пойдем искать. Артефакты — это те странные штуковины, что высоко ценятся на большой земле, а где их искать-то? В аномалиях, точнее, в аномалиях, в аномальных полях. Ну что, научите артефакты искать? Конечно. Ну что, со мной пойдешь?
Я для начала, конечно, Сидоровичу, конечно, скачить буду. Слышь, братан, ты, конечно, далеко не убегай. Сейчас я тут Сидоровичу кое-что вручу. Вернулся? Да-да-да. Нашел. Хрена, короче. Да-да. Все, не болей, Сидорович. Я пока пойду с волком аномалии кручу. У меня артефакт. Сохранимся здесь. Потому что мало ли. Яму позади меня, это и есть аномальное поле. Тут надо было быть крайне осторожным. Любой неверный шаг, вспоминай, как залазь. Значит так, посмотрим, следующий образом. Я обследу аномальную зону и найду проход, и заодно ДТРД потестирую. Тем временем, ты внимательно наблюдай за моим действием. Но не забывай смотреть по сторонам, мутанты могут пожаловать. Договорились? Договорились. Короче, я его прикрытие. Поэтому мне и взял. Но я не знаю, что если мутанты могут пожаловать, то они пожалуют в любом случае. Поэтому я заберусь на контейнер повыше. Будем осматриваться. Что, есть так, есть вообще? Ну вроде пока мутантов не видно. Ну что-то слышно уже. Ты в каком-то из аномалию? Вообще нормальный? Да, все равно потрогать. Старый детектор, улучшенная модель «Медведь» называется. С его помощью сможешь только расстояние до артефакта узнать и направление поиска. Кидай болты и обходи аномалии. Как увидишь на экране сигнал, иди в ту же сторону. Только осторожно, артефакт сразу увидишь. Сначала нужно подойти к нему довольно близко, вот тогда и он и выскочит из поля. Удачи. Вспоминай лихо. Блин, опять через эту аномалию. Как ты сам прошел-то? Такой, блин, офигенный мастер карты. Давайте. Как-то возьмем получше. Ну, вот.
Молодец, способный ученик мне попался. Если хочешь, то я могу от тебя этот артефакт купить за полную стоимость. Торговцы полную цель тебе никогда не дадут. А мне как раз такой акт нужен. Если согласишься, то я могу и другие акты у тебя покупать, но только редкие. Подумай на досуге. Если решишься, подходи. Ладно. Ну, не лади, не больше, не тех, кто совсем рассказать о находке. Из этого можно в деревню. Я над твоим приложением обещаю подумать. Кабанов все равно пострелял. Похилю себе консервой, радиацию выведу водкой. Где там Вова? А, подожди, то есть медуза это считается редкий артефакт. Кстати, радиацию убирает. Мне бы немножко костюмчик тогда улучшить, чтобы радиацию эту уводить. Подожди, а где водка? А, вот, вот, светлее. Ну шо? Какое дело обмывать? Стоит, ну что-то радиация все не выходит и не выходит. Давайте еще обмоем немного. Две бутылки водки в самый раз. А на каком еще на ногах стоит, непонятно. Наверное, там водка как пиво. Короче, подумал твоим предложением. 4 штуки. Ну да, убедился на личном опыте. Хороший ты мужик, Волк. 2600. Давай 2600. Ну, давай, знаешь что, я тебе скажу, Волк. Наверное, тебе второй такой без нужды, поэтому за полцену не хочешь его покупать. Давай к Сидору. Мотнемся. Сколько у меня денег? 23 тысячи. Я уже почти собрал всю сумму. Что за дело? Пошел так, а я уже думал, что сгинул где хе-хе. Не понял юмора, что звал-то. Работа нужна еще. Ясно, красно нужна. Зачем же ты пришел, по-твоему? Ну, мало ли, может, зашел больного стрелька проверить, апельсинчиков принес или еще какой-то гостинчик. Нашел брата, даже хорошего слова не добьешься. Вечно вас, торговцев, недолюбливаете. У нас думаете, что жизнь шоколад, цвет может такой же, да и вкус совсем другая. Вот возьму, да и свалю на большую землю, поеду в Крым отдыхать. Вот тогда вы вспомните, кто такой был Сидорович и что он для вас сделал. Выговорился, может, дело поговорим. Да ну тебя, не хочу я с тобой дело иметь. Тогда на кой черт меня звал, старый хрыч? Есть работа? Давай, нет, я пошел. Постой, Салан, извини. Куда-то меня занесло. Если я тебя одно дельце, даже придется, надо доставить посылку одному сталкеру на АТП. Ну, короче, 3000 рублей дает. Ладно, короче, 3000, это 3000. Ну, как-то ты, конечно, не очень торгуешь, так я тебе скажу. На, забирай эту херню. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Время у нас есть, комбинезон, я не знаю, покупать, не покупать, есть ли мне смысл вообще от него. А ты за сколько берешь? За 3400. Кстати, давай. Вот так бы всегда. И тогда мне, ну, кстати, почти накопил нужную сумму. Молодец, я доволен. Иди, не мозоль глаза. Да-да, и... Что за дело? Ну, слыхал, что посылку на ты принесешь. Сколько тебе Сидор за нее обещал? Тебе какое дело? Иди куда шел, унесу чужие дела. Но полегче, не дерзай, а то и пулю слопотать недолго за такие слова. Я тебе помочь, а то ты ругаешься. Не хочешь, так сразу и скажи. Что за помощь? Не просил я тебя помощи. Ты знаешь, что внутри посылки? А, вижу, что не знаешь. А вот я знаю, там товары на 30 штук, и Сидор тебе всего 5 дает. Короче, пошел ты. Мое дело предложить твое отказаться. Только учти, что не без спецоборудования замок на ящике не открыть. А у меня чисто случайно такое оборудование имеется. Если думаешь, я тут буду ждать. Ага, еще дураков. Я думаю, это просто проверка. Так, надо бы сейчас Волка, конечно, перетереть. Не очень хорошо выбежал тут. Я думаю, что же посылка-то есть, мадам? 18 килограмм, блин, тяжелый, конечно.
Чтобы его сначала запереть куда? Нет, давайте сначала на ТП сносим, а вот потом он подождет уже. Слушаю тебя. Это радиация, что не выходит и не выходит. Потом что-то делал запустить. Он уже давно лежит. Он уже за лутом. Ну и ладно. Ты что, воюют там? Ну и пускай воюют. Не наше дело. Да, я думаю, сначала лучше минки расстрелять. Потом уже за калаш приняться. Так, на АТП. АТП у нас там. Почтальонному Сидора заделался, принес, конечно, держи свой ящик тяжеленный, зараза, все в целости и сохранности. Ну спасибо, удружил, а что у тебя времени совсем мало осталось, с мужиками в корпус собираемся вместе. Заказывали всякого, послать за товаром некого, держи, вот у меня лично премиум за скорость доставки. Ух ты, спасибо, если чего еще надо будет, меня Саваном звать, обращайтесь. Да, неплохо. Я здесь могу, наверное, и починиться. Почему синие такие? Вон не сталкер. Я так понимаю, здесь торговец, да, у вас? Служба доверия, здравствуйте. Здравствуйте. А с тобой особо не поторгуешь, да? Встречу. Толку-то с тобой разговаривать? Слушай, устал я. Не до разговоров мне. Что, у вас там на столах нету? Ну, давай хлебушек сюда. Внимание, анекдот. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Решил как-то сталкер, под это дело группу сталкер. Анекдот, блин. Прокурить 10 дней. Так, что тут такое, да? Вы... Это нифига себе, что снаряга. Кстати, калашек я бы взял бы. Мне бы пока дроби. Да, сказал, 20-ю куплю. Что мне еще надо? У меня вещи поломанные тут. Ладно. А здесь починиться можно, кстати. Кто, может быть, починил бы. Да и продал бы сразу все. Не работает. Заказы не принимает. Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Давай. Так, ну ты медик чисто, да? У меня пока есть медицина, так что мне от тебя ничего не надо. Так, а, улучшать пока мясо не здесь. Такой. Чтобы прям свертела. Скворчащий. Решил. Доктор осмотрел его и говорит... нервного напряжения, а это депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет? А, вот это универсально. Сколько я там поотдавал, кстати, за... Не то, чтобы я сделал, сейчас посмотрю, сколько... Извини, если не сильно помог. Все эти вещи. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Кстати, выгодно. Выгодно. Да, определенно выгодно. Чинить, потом продавать стволы. Ну, такие, конечно, в более-менее нормальном состоянии. Давайте, может, калаш дадим. Пистолет, я все равно не стреляю особо. Патроны все.
МП-ку отдам тебе. Тоже патроны к ней отдам. А ты мне... Ты мне калаш давай. Поувереннее калаш. Ага. Так будет хорошо. Ну, патронов нет. Садил я денег, конечно, но... Пересеклись как-то возле кордона, сталкер и вояка. Сталкер, солдат. Куда чешешь? Ну так, хорошо, разжился. Я думал, тебе мы все равно сейчас быстро. Ну ты ж моё мэтр. Ну только давайте сохраним это все дело на отдельный сейф. Давайте 13 назовем. Все, залутал уже. Спасибо, до свидания. Ну и патроны отбил. Нормально. Ну, привет. Привет. Так. Так, только не подвисай. Так, пришлось перепройти по месту. Вот, раунд крашнулся у меня, вылетело все на рабочий стол. В общем, ничего хорошего не произошло. А, военных там я не смог перебить, потому что их там, ну, не оказалось. Хапанул немного радиации и, собственно говоря, прибыл сюда к волку за работой. Давай. Сообщение, конечно, есть. Давай свой КПК, я тебе метку скину на одного сталкера. Звать его Лешин, он опытный охотник, можно сказать... На этом деле хрососа съел. Так что? А мне вот зачем? Я хрососов есть не собираюсь. Так мало ли с кем в зоне встретишься, Олеша тебя может... Ну, короче. Вот это дорогой разговор. Метку я тебе скинул. Вот это другой разговор. Метку я тебе скинул, Леша будет ждать тебя за дорогой недалеко от АТП. Спасибо, Волк. Значит, опять на АТП чесать, да? А сразу задание мне скинуть на ПДА. Вот никак. Ну, сначала прибеги сюда... Победи сюда, потом опять сюда. Ну, привет. А, привет. Интересная вагона. Я сделал аномалию. И успешно из нее вырвался. Военных там нет, только собакины отдыхают. Ну и чёрт с ними. Так, ну что у нас в тоннеле? В тоннеле у нас ничего нету. Ладно, давайте не будем терять времени, потому что у нас так его не очень-то и много. Не шелести особо. Здорово, я уже думал, не придёшь. Это тебя волк прислал? Да, ты стала быть лучшей в окрестности охотник. Поправочка, единственный охотник. Звать меня Лешин. Про тебя волк уже всё мне рассказал. Слушай меня внимательно, все то, что я говорю, выполняется беспрекословно. Скажу стоять, стоишь, короче. Да шучу я, не кипятись, просто старайся не шуметь. Ну, короче, не шелести особо. Кабан, как кабан, показывай дорогу. Короче, кабанов. Так, ну, радиация нас съест, но там не особо много. Здоровье нам не снимает. Может, ускоримся немного? Давай я впереди пойду. Ладно, давайте. Пропустим.
уважаемого человека вперед, как охотники, единственные даже. Дорогу он знает лучше, в аномалию, я думаю, что не встрянет, в отличие от меня. Убить матерого кабана. То есть он какой-то особый кабан, что ли, будет или что? Ну, надеюсь, нам за это дело хорошо заплатят, потому что, ну, мы купили калаш, как бы обновили снарягу нашу. Это, в принципе, было не обязательно, уже почти 30 тысяч было, но сделать это все-таки необходимо было. С этим калашом мы, ну, не пропадем, я думаю. Давайте еще раз сохранимся, чтобы потом не перебегать, мало ли что. Последний раз видели недалеко от электрички. Есть та ложбинка одна, даже в солнечный день там постоянно сыро. Короче, походу кабан там. Справа на холм, и она пойду слева. Давай пошли. Справа на холм. Где там твой кабан? Где там слышит? Братан, они сожрились уже как бы. Фига. Ты там живи. Братан. Ты там только не живи. Я сам их забанил. Очень захочет на кабанов. Что я делаю? С кабанами лучше в поле не воевать. Да они уже сохнут, эти кабаны. Где-то еще один был. Там тусует. Живой там. Ты че? Братан! На, получай! Ты что, я тебя подбил нечаянно, да? Ладно, давай. Давай загрузимся. Я, конечно, не хотел, братан. Блин, такая перестрелка была. Эпичная. Не думал, что он меня начнет атаковать, как бы. Че он разлегся, блин, на земле? Ладно. Что мы можем кабанам? Давайте, может, из дробины постреляем. Как-то дробина у них лучше входит. Поближе сохранимся. Да-да-да. Ты ж по мне стрелять потом не начнешь. Это лучше я пораньше на кабанов ложусь. На себя. На быстрые слоты поставить. А что ж я мажу-то так? Ух ты ж! Почти лешего. Все, кабанов отбились. Задание провалено. А что ты, что с тобой не так?
Братан, ну, блин, я не хочу еще раз переигрывать. Да, давай последнее сохранение. Да и вроде все в порядке с ним было. Взял, упал себе. Тупанов, постреляем. Но я опять попытаюсь на них раньше ворваться. Видите, что происходит? Я сейчас задел его, и он уже становится красным. Четвертый раз, ну давайте. Ну, сука, этот леший. Давай, потихоньку. Потихонечку, полигонечку. Ты реально дракнулся, блядь. Я не портись калаша, калаш на людей. Остановись! Ты ко мне спустил. Я сейчас так и кончу с ногу. Помогать будешь мне сегодня? Твою себе возьму, кстати. В таком же состоянии, но я хотя бы разрежу всех патронов. А, то есть мне теперь тебя доводить, да? Ну, пока ты там хамаешь. Не, я думаю, от тебя отходить не стоит. Ну, я твою гужбайку перед тобой там вытяну. Короче, когда хамаешь. Калаш мы особо так и не повредили, на одну рисочку. Починить можно там за пару копеек. Посмотрим, что нам заплатят за все это задание. Я думаю, можно, нужно сохраниться после такого. Потому что эти кабаны, это что-то. И дальше еще леший этот. Тоже. Подарок судьбы. Ну слушай, братан, ну как бы, давай скорее, может, как-то ускорить можно. Борется. Не получится, да? Эх, долго там хромать еще. Слушай, может ты здесь останешься, а? Ну сидишь там, я тебе уже твою оставлю. Не знаю, аптечку может еще там. Ладно, ладно, хорошо, доведу я тебе до бага. Так, давай быстрее хромай. Я думаю, это дело обмывать. Давай обмоем. Обмоем немного. Отличимся от радиации. Закусим все это дело батончиком. Колбаска есть. Колбаска есть. Колбаску тоже закусим. Давай, ну пару шагов осталось. Надеюсь, если никто нападать не станет, могу ли я от тебя отойти? Братаны там, ну, помогите человеку уже дойти, уже в ворот тут. Слушай, а ты там зайти не можешь? Куда ты хромаешь? А, ты, наверное, хочешь как-то так, да? Ну ладно. Ничего страшного, если я от тебя отойду немного.
себя потихоньку. Ладно, давай тут пока я лагерь заберу. И все они лучше стариков знают. Да. Ну ты идешь там, нет? Да, идет потиху. Давай тут пока починюсь. Нет, совсем совести нету у этих. За неделю подошве гоплык. Я не могу с тобой разговаривать. Что могу предложить? Похоже, ничего ты не можешь мне предложить. А вот прицельчик, кстати, ты мог бы мне предложить. Давай прицел. Смогу его сейчас поставить. Да? Заценим. А в лагере я не могу. Надо выйти. Ну, еще заодно починюсь. Давай, ремонт. Что-то починить требуется. О чем? 388. Так, 388. Если что еще понадобится, заходи. В нормальном состоянии. Есть что-то на... Да-да. Сейчас сколько ружье стоит так? 305. Невыгодно, извини. Лампа пожрать бы чего хорошего. За ночью возвращается домой. Нет. А жена, значит, со сковородкой. Братан, ты там где? Спасибо тебе огромное, Саван. Расскажу нашим, как ты мне помог. Зайди к шаману, он тебя наградит. Хорошо, а ты как-то сам? Короче, заживу как собака, да? 12 тысяч денег. Что-то мы пока не богатеем. Отрубился. Потом, как в сознание пришел, сразу карту достал. Ладно, давайте заглянем к шаману. Посмотрим, что он может нам предложить. Где там? Ну, ты свиделись, Сова. Мы знакомы. Лично нет, но я тебя наслышан. Меня зовут Шаману, тут вроде как лидером считаюсь. Приятно познакомиться. Волк, тебе очень хорошего мнения. Теперь я и сам увидел, что ты парень не промах, хоть и новичок. Волк, тебе не по годам, то еще и товарищу трудную минуту поможешь, то можешь считать тебя, себя одним из нас. С этого момента ты официально считаешь лицензированным сталкером. Пропуск мы тебе позже сделаем, будешь ходить в зону, когда вздумается, но вояк все равно не задирай. Они тебе с пропуском и без пропуска к стене поставить могут. Ну что, поздравляю, Сова, вот тебе в награду. Спасибо, начальник, рад стараться. Прям тебе древнегреческая трагедия. Живая душа в царстве смерти. Интерес. Нормально. Это типа с кровососа подстрелил с винтарика. Да. Кстати, неплохо. Тут пули валялись. Фига себе, 300 пуль. Нафига их покупал, непонятно. Так. Давать начали. Слушаю тебя. Чем тебе помочь? Пока ничем. Кстати, это мне тос выдали? Не, никакой тос, винчестер выдали. Мой избег. Слушай, хороший подгон. Так, защита и броня. Давайте, может, это оденем. Извини, если не сильно помог. Так, шаман меня зовет себе, да? Подзаработать. Ну, от тоза мы избавимся. Конечно, хорошую службу он нам сослужил, но уже без смысла продать. Костюм, я думаю, пока покупать не стоит. Так, ну, это тебе подарок. Он мне нужен. Забирай. Пользуйся. Думаю, можно сохраниться. Ничего? Хочешь знать правду о зоне? Так, есть, конечно, работа. А, Саван, ходи, есть одно дельце, как раз для такого, как ты. Понимаешь, завелось, когда не крыса, у ребят вещи пропадать начали. Подозрения падают на... Сойера, но с поличным его не поймали. Доказать, что это именно он, никто не может. Надо бы проследить за ним, но только без шума. Очень понял. Будем крысу выслеживать.
свободе. И чё? И стал свободен. Стал свободен. Ну, сохранюсь пока. Что мне? Братан, ты ж меня не заметишь, нет? Вроде не останавливается. Как ты через аномалию прошел? Видите, здесь аномалия. Это аномальная память, сам. Здесь еще и жарит, неплохо. Радиацией. Задание провалено. Я что, должен был знать, что на него там нападут? Ну что за багнутая миссия? Или там как-то отбежать его спереди, замочить все эти кабанье? Давайте так и сделаем. Опередим его, отвлечем на себя немного. Всю эту живность. Уж завалят дурака. Черт, мужик, прошу, не выдавай меня шаману, ведь без этих вещей он ничего не доказывает. Не сдавай меня, я тебе дам денег, 10 тысяч. Блин, деньги, конечно, хорошие. Ладно, по рукам. Это вот если его еще 10 штук содрал. Ну и вали отсюда по-хорошему. Да опять я в аномалию вляпался. Ну что ж такое? Кстати, драбина неплохо заходит. За хабаром все выпали здесь. Ну привет! Петя, что с тобой? Поговорим с шаманом. Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Как думаете, сдавать, не сдавать? Я думаю, сдавать все-таки. Прям тебе дрянь. Короче, вот координаты. Делаете. А, на кол посадим. Шутка. У нас есть правила клана, он их нарушил. Так что придется нам его наказать. Отвезем куда-нибудь в лесочек, дадим пистолет и один патрон. Будет ему урок, если, конечно, выберется. Жестко. Правило, пустой звук, если нет наказания. Нельзя спускать все это с рук, на то я и лидер. Ну, ладно, удачи тебе. Не, ну хорошо, что хоть не грохнули. Опять сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет? Решил. За неделю подошли гоплы. Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. Ну, 40 рублей. А я гляжу на карточку. Уж надежность? Да, определенно. Потому что это... Лёгкость магазина плюс 2. Это тоже потребуется нам. Надежность нам... Магазин. А колбасу и батоны нынче хреновые. Я не думал, что магазин нам. Если что еще понадобится, заходи. Сколько у вас денег? 31 тысяча. Кстати, можно уже нашего парня выкупать. Да, давайте мой взгляд зарядим. Чтобы опять эту аномалию не встретить. Уже пойдем к военным.
что что-то мне кажется, что эти военные... Ой-ой-ой-ой. Еще дополнительную плату за нас. Привет, брат. Поздно. Все дела. Что за работа? Работа не пыльная, нужно одного братана доладить и сталкера на ТП. Провести клиент в зоне недавно, платит 10 штук. По рукам, где подопечный. Все пошел, короче. Что же это такое, интересно? Студент, приветствую. Здорово, студент. Ну что, пошли? Знаете, мы провожатым очень приятно. А вы опытный сталкер, это не опасно. Нас по пути бандиты не подстрелят, это мутанты. Садитесь, хватит болтать, сиди на базаре. Ох, чуть мое нутро, зря согласился. Давай сразу договоримся, будешь болтать в дороге, сразу же брошу. А, короче, погнали, студент. Старайся не отставать там от меня. Идешь? Тебе хоть пушку дали, хоть какую? Студент. Слушаю тебя. Давай ты мне отставай. А тут точно что-нибудь случится. Вон там военные стреляют, слышишь? Или кто там стреляет? Ну уже не стреляет. Это я уже могу сказать однозначно. Костерок. Их там ладить. А вот это, молодой студент, это называется аномалия. В нее я обычно встреваю. К бою! Когда иду. Какому бою? Нашли! С кем ты там воюешь? А ну пошли отсюда! Студент! На выход! Давай, дурак! Скотина! Получи! Слышь, сволочь! Я тебя сейчас достану! Пошли, студент! Получи, гад! Держи это! Ух ты! Наш! Ужа! Получи! Да ёлки! Мать! На тебе в борщ! Короче, это надолго. Может, я пойду, и он пойдет? Куда подальше? Смех! Но это будет долго. Нашли! По мне это заполнится. Я же такой могу и сам прикончить. Он только военный на меня потом сагрится. Или не сагрится. Так не загрелся. Не за хвост собачь. Слушай, поможешь? Мужик. Еще скажи спасибо, что пули не жалею. Нифига себе, ты суровый. Давай там добивай. Короче, студент. Крысам не хочешь достаться? Тебе пособить? Ты где там ходишь? Пошли. Воин. Колобанов. Течение все время. Но заесть это дело консервами с батончиком. Так ты у нас, значит, любитель пострелять, да? Ну, хоть пули отбил, того у меня почти 600 пуль. 593 пули. Дачу еще на винчестер. Ну, короче, я запакован по самые не балуй. Давай, топай. Мне за тебя 10 штук обещали отвалить. Мне еще надо к военным, знаешь, и топать там с ними, короче, разбираться. Давай, бегом. Я же знаю, вы умеете бегать. Чего выходит? Ты вроде как и не загружен особо. Так, я вот подумал, зачем я сейчас лечился, когда я мог за бесплатно зайти к доктору и подлечиться?
толку-то с тобой разговаривать? Ну и пошел. Давай, там топай уже. Все? А, тебе прям до этого довести, да? Пожалуйста, товарищ, откуда у вас такие зону? Я из Новосибирска, знаете, у нас в Академгородке. Что же это такое, интересно? Пока починю дробовик там. Что-то почини? Да, да. Ну, сколько, 27. Постепенно окупается, да? Продам там пару юнитов. Найдешь какие детали для апгрейда? И лес рядом. И не радиация. План такой. Есть что-то на продажу? Что там, с моим тозом уже, да? Пользуйся, пользуйся. Так. Нафиг я этих UMP нахватал. Нет. Пацаны, бесплатная раздача. Может, ты возьмешь? Эх. Вот такое знает кто? Пересеклись как-то возле кордона, сталкер и вояка. Сталкер, солдат. Удачи. Дай пять. Ты чё, мужик? Охренел. Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А чё несёшь, что такое тяжёлое? Весь в поте. Да блин, спотеешь. Ну привет. Нет никакого смысла восстанавливать эти стволы. Потому что всё равно уходишь в минус. Короче, уже реально вот так вот брать и выкидывать. А искать торговца, который будет, ну, покупать все это ломачо и таскать ему все эти веса, так сказать, я смысла особо не вижу. По крайней мере, сейчас. В деньгах вроде недостатка я не испытываю. Ну, вот, вспомнишь про эту аномалию, вот, наверное. Так что вот так вот. Слушаю тебя. А что меня слушать? Стой, неси вахту там. Поставили, так стой. Ну, не слушайся подряд. Работаю выполнена, студент на АТП. Ну как, все нормально, в дороге ничего не случилось. Случилось, студент случился. Ох, любитель языком чесать. Теперь понимаю, почему за такую работу оплата высокая. Ты мне 5 штук дал в начале. Отлично, Волк. И что будет, доклевываться, зови. Так, теперь мне нужно, короче, топать военный. Денег про запас у меня еще 12 тысяч. Привет, брат. Время у меня еще есть. Давайте попытаем удачу, если что. Блин, загрузимся отсюда. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Стоять, бросая оружие, руки вверх, как полковник, у меня назначено. Стой, не рыпайся, снимай рюкзак и пушку. Получи, скотина! Блять. Как же вы запарили? Да. Не спать, осмотреться. Я тебе все воюю там с кем-то. Знал бы, что так обернется. Полковник. Внимание. Что хотел? Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра. Только пока я ходил, тебе на вопрос у меня стоит. Твой дружок. Медни свались, хотел, не попрощавшись, сержантику нашему нос разбил и автомат пытался стащить. Да не вышло у него ничего. Так что теперь с вас не 30, а все 40 штук.
Короче, вот тебе еще 10 тысяч. Учтена, а то, приятно не успела создать не сталкера. Не то, что мне это это спасибо хватило. Ну так знаешь, кстати, многие свои не забудут. У меня есть конкретно же акули, но думаю, заходи. Я раз хочу, уверен, не забудешь. Это уродливые явления. Убью своих бойцов, чтобы не тебя не трогать. Не давайте возможности сапёрам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей и предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Ладно, пойду на АТП, у меня здесь дела, позже я с тобой свяжусь, не пропадай, будь здоров. Так, мне свои вещички, конечно, забрать, как я там говорил, на первом этаже. Я так понимаю, здесь где-то, да? Где мои вещи? Attention! You are approaching the secure perimeter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the perimeter is a criminal act. И это я буду раз. Громадяны! Зона смертельного неба. Слушай, есть как бы связь по вашей военной базе. А вас вид зоны. Не наражайте на небезпеку своє життя. Не намагайтеся проникнути на територію, що охороняється. Ну, я слушаю. Что ты слушаешь? Вот здесь мои вещи, да? Да. This zone poses mortal danger. We are here to protect you from the zone, not the zone from you. Do not jeopardize your life. Do not try to penetrate into the secure area. Не понял. Где мои вещи? Я что, нечаянно... А, блин, он их переместил, а я забыл их обратно в инвентарь. Потому что он сразу же обошлял. Служба безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех добропорядочных и сознательных граждан. Докладывайте нам о всех известных случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Я так понимаю, придется загружаться, не да? Давай... Я не хочу без вещей остаться. У меня что, все стянул, блин? Громадяне, зона смертельно небезпечна. Мы захищаем эту зону от вас, а вас от зоны. Не наражайте на небезпеку своє життя. Не намагайтеся... Что-то не то. Игра багнула. Ладно, сходим еще раз. Ну что, молодой? Вот, накачивали на штаны. Как же вы запарили? Нет, мол, ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Так отсюда посмотришь. Так, вещи мои в сундук переместил, да, сразу. Короче, я у него сдаю там все, деньги даю, я принес деньги. Attention! You are approaching the secure perimeter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the perimeter is a criminal act. А то потом он закрывается. Я слушаю. Граждане, зона смертельно опасна. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Это все коту под хвост. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Отбежим только подальше. Ай, блин, я ж с голодом не поговорил. Куда я понесся? Забрал свои вещи, блин, напарника оставил. Будь-які спроби несанкціоновано проникнути на територію зони
Охорона перешкоджатиме усіма доступними засобами. Місечка. Патрулі мають право відкривати без попередження. За собой тут следить все время надо. Attention, you are approaching the secure perimeter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the perimeter is a crime. На этом можно себе вполне спокойно завершить серию. Идем уже до лагеря новичков. Усядемся у кастрика себе спокойно. Привет, Волк. Привет все. Ну а с вами был Зазепа, так что ждите продолжения, скоро оно выйдет. Всем спасибо, всем пока.